Привет, у микрофона Навасов, и сегодня в выпуске я поговорю о новом аккаунте, который я недавно нашел. На этом аккаунте почти ничего нет, кроме одного ножа. Как вы, наверное, уже догадались, это штык-нож М9 Волны, черная жемчужина. Находится этот нож на пустом аккаунте, где только есть CSGO с праймом. Да, наверное, сейчас кто-то пойдет гуглить, что это за нож. Но этот нож такой редкий, что вряд ли вы где-то его найдете. Итак, вот тот самый аккаунт. Как вы уже заметили, на этом аккаунте ничего нет, кроме 1000 часов и второго уровня стима. Я не знаю, откуда у меня этот аккаунт с таким ножом, но на статтреке нет убийств. И это странно. Вы просто представьте, что бы можно было купить вместо этого ножа. Ведь это самый редкий нож в игре. Стоимость такого ножа примерно 2 миллиона рублей. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео и приятного вам просмотра. Дальше будет подборка убийств. У микрофона был Навасов, всем пока. Не успел, а теперь представьте, что он делает сейчас.